Вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – духовні орієнтири, які допомагають нам долати труднощі. Саме про них ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем – ієреєм Максимом Меркуловым. Отец Максим, здравствуйте. Здравствуйте, братья и сестры. Благодарю вас, что вы приехали к нам в студию. Сегодня мы будем говорить о духовных ориентирах, которые помогают нам переплыть это шумное и неспокойное житейское море. Потому что без ориентиров вообще сложно и день сегодняшний прожить, не то что жизнь. И поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня вместе с отцом Максимом обозначили эти духовные ориентиры. Отец Максим, только что отзвучали веселые дни святок, еще звенят бубенчики рождественские, еще звучат колядки. Казалось бы, праздник уже прошел, хотя он еще и звенит. И как-то, с другой стороны, и грустно. Все, праздник прошел, значит, серые будни. А как же жизнь, которая предполагает радости, предполагает какие-то события и предполагает маяки, на которые смотришь, и вот можно идти дальше. Вот глянул на маячок и идешь. Ну, на самом деле, православный христианин, он не имеет серых будней. Ну, если православный христианин или либо кто-то другой из людей заглядывает в календарь, то он видит память какого-то святого. Естественно, память святого любого, либо какое-то торжество в честь иконы Божьей Матери, которых там более 2000, либо там какой-то праздник, то, конечно же, душа православного христианина, она радуется. Потому что мы прославляем через этого святого Господа, потому что дивен Бог во святых своих. Ориентиры для христианина, конечно же, должны быть, и они существуют. Изначально хотелось бы сказать, что человек создан по образу, по подобию Божьему. И даже сам Господь в Евангелии говорит, что «будьте святы, как Отец ваш Небесный свят есть». Понятно, что самый главный наш ориентир, или как бы, кому мы должны подражать, это Господь наш Иисус Христос, который пришел на землю, который показал нам путь ко спасению, который сказал, что «Я – путь, жизнь и истина». И по этому ориентиру мы должны идти. Но Господь знает немощь человека, знает, что человек по своей природе он греховный, он склонен к греху. Конечно же, те люди, которые более-менее стараются идти по ориентиру, по призыву Господа, церковь их прославляет как святые, потому что они прожили жизнь, подобную Господу, по его стопам шли. Мы же, люди, не мощнее, хотя мы такие же самые, как и святые. Они так же само родились, они так же само проживали жизнь, терпели искушения, но они были немного уверенней. То есть нам не хватает уверенности живущим? Ну, и уверенности, и крепкой веры, и стремления. Вот иногда мы вот, немощные, вот где-то там попустим себе что-то, где-то там соблазнимся чем-то. Святые они были более строги к себе, тех, которым мы прославляем. Хотя такие же по естеству, как и мы все, тоже созданы по подобию Божьему. Потому что иногда мы думаем, что святой – это человек, который спустился с небес и который вот так вот такой особенный. На самом деле, опять же, он же такой же, как и мы все. Но Господь их прославляет за их жизнь особенную, за их подвижническую жизнь. И мы считаем их тоже нашими ориентирами. Допустим, преподобный. Он был не просто подобен Богу, он преподобился. Он вдвойне был, потрудился тому, в том, чтобы быть подобным Господу. И, конечно же, глядя на жизнь своего святого, имя которого мы носим, либо любимого святого, которого мы почитаем, которому каждый день молимся, либо любого святого, который празднуется каждый день, мы стараемся и должны стараться подражать их жизни. Потому что
Это те ориентиры, которыми, через которые мы можем дойти до главной цели. А главная цель – это Господь наш Иисус Христос, это спасение, спасение во Христе. Поэтому человек живет этими ориентирами, человек старается воспринимать их в своей жизни, как это по силам. И, конечно же, празднуя День памяти своего любимого святого или любого святого, потому что ведь литургия служится каждый день, литургия божественная служится. И, конечно же, вспоминается этот святой, который каждый день в календаре в церковном празднуется. И мы приходим, можем любой день прийти в храм, порадоваться, помолиться ему. И какие серые будни? Все, вся эта серость, вся эта как бы, тяжесть проходит. Потому что мы начинаем день с благословения Божьего, допустим так. Или просто помолившись ему дома, если нет возможности быть на литургии. То есть каждый день для христианина это радость. Потому что, во-первых, он живет Христом и живет надеждой. И, во-вторых, у него есть ориентир. Это жизнь святого. Ну, что тут переживать? Прошли святки, это особые дни, когда мы особо радуемся. Рождество – это семейный праздник, праздник радости, но не только нужно акцент делать на этом, нужно и глубже смотреть, что Рождество – это рождение в мир Господа, Мессии, Спасителя мира, начало нашего спасения. Так же самое и те остальные дни праздников, День памяти крещения Господнего, когда Христос крещается, Святая Троица является. Вот, как бы, вот это те радостные дни, которые, ну, где-то, может, в какой-то мере меньше становятся, но они все равно радостные тоже в другие дни, потому что для христианина нет скорби. Христос победил смерть в своем воскресении, всю радость, она должна быть для христианина всегда. Просто по немощи мы иногда унываем, мы иногда скорбим, иногда где-то печалимся, но это, опять же, это наша немощь. Из-за, может, малодушия, маловерия, там, неуверенность. Отец Максим, то есть для того, чтобы научиться радоваться, нужно над собой работать. Так я поняла вас правильно, да? Ну, в какой-то мере, да. Сначала, самое главное, должна у нас как бы цель радости. Вот опять же, Господь воскрес. Значит, что нам печалиться, как апостолы печалились, когда видели Христа распятым, положенным во гроб, потом, когда они его видели уже воскресшим, у них их сердца переполняла такая радость, что эту радость нечем было там как-то испортить. Так и для христианина. Мы радуемся, потому что с нами Господь. Мы печалимся, потому что мы сами оставляем Господа. Господь никогда человека не оставляет. И, конечно же, мы опять трудимся, мы прилагаем усилия, чтобы опять возвратиться к Господу, к этой радости. Поэтому, если видеть истинного христианина, он всегда имеет духовную радость. Вот можно видеть и жития святых, либо из жизни какого-то старца, который особо там почитаем, который как бы носитель благодати Святого Духа. Всегда духовная радость. И значит, он смеется всегда, что есть разное понимание радости. Ну, а вот духовная радость, бодрость, любовь ко всем, то, что Господь передает своим ученикам, своим последователям. Конечно, это труд. Только через духовный труд все это приобретается. Отец Максим, вот вы говорите, и духовная радость, которая должна быть желательно, чтобы она была в сердцах, всегда согревала сердца телезрителей. Обратите на это внимание, пожалуйста. Есть радость от приобретения чего-то или там, от сделанного дела какого-то хорошего. Радости же они тоже разные, да, бывают. И есть радость от праздников. А есть праздники светские, есть праздники духовные, которые, в принципе, конечно, смешивать нежелательно. Да? Вот, например, гражданский Новый год, который празднуется в ночь 31 декабря на 1 января, и Рождество. Это разные радости даже, мне так кажется. Ну, конечно, да. И вот вы знаете, коль мы коснулись вот этой темы любви и радости, в нашу жизнь входит еще много разных праздников, сейчас в последнее время вошли, которые, в принципе, ну, они радостные и хорошие. Например, 14 февраля такой новый модный праздник, который называется «День всех влюбленных».
И тоже ведь радостные, тоже радость, любовь. Но ну что-то тут не то, наверное. Ну, да, не то, потому что не нужно делать акцент, что 14 февраля, День Святого Валентина, в этот день мы должны уделять внимание своим там половинкам и любимым людям. То есть любовь и внимание мы должны уделять, и имеем право, и имеем возможность уделять всегда, не только в определенные дни. Для христианина, допустим, опять же, если говорить о ориентирах, день, есть день семьи, когда мы празднуем память благоверных князей Петра и Февронии. То есть это пример святой семьи. Или там день памяти родителей Пресвятой Богородицы, Якима и Анны, или святых праведных Захарии и Елисавет, родителей Иоанна Предтечи. То есть это те праздники, которые нам дают ориентир, то есть пример святой правильной жизни и радость дают. А когда, ну, День Святого Валентина, да, вошел он так в, как бы в традиции нашей жизни, но все это ж, как бы, как правильно сказать, это легенда. Всего лишь легенда. Это легенда. Ну, есть для этого основание поспорить. Почему так? Потому что если брать саму легенду, это третий век, 269 день, 269 год, 14 февраля, когда пострадал там священник, врач Валентин. На самом деле, как было изначально, по этой легенде, опять же, легенда, это не значит, что это действительно было так. Император Клавдий II дошел до такой мысли, что очень удобно будет и правильно не разрешать воинам жениться. Потому что, когда воин не обременен семьей, он полностью предается службе, защите Родины, там, или, то есть он полностью служит славе кесаря или царя, императора. Когда он обременен семьей, конечно же, он больше всего переживает за свою семью. И издал указ не разрешать жениться и с церкви не благословлять церковный брак. Воинам, именно воинам, да, чтобы их не вступали, да, это, они, да. Запрещать, да? Запрещать, чтобы не было этих тех людей, которые посвятили себя службе не только там, императора, но которых по-любому каждый хочет иметь семью, эту радость. Вот нет, надо полностью предаваться службе кесарю. В какой-то в этот момент находился священник Валентин, который сочувствовал этим мужчинам и тайком их ночью венчал со своими там возлюбленными. Конечно же, это все было открыто. Его схватили, связали, посадили в темницу, ну и дошли до смертной казни. В какой-то момент святой Валентин знакомится как раз в пребывании в смертной в тюрьме заключении с дочкой надзирателя, какой-то там прекрасной девицей Юлией. И он влюбляется в нее. Влюбляется и начинает ей слать любовные такие записочки, которые сам назвал Валентинками. Потому что подписывал в конце «твой возлюбленный Валентин». Вот в конце своей жизни, перед смертной казнью, он написал там уже открытое ей письмо, где признается в любви, и которое она уже прочитала, вроде бы как, после его смерти. Но опять же было подписано «твой возлюбленный Валентин». И это как бы в традицию вошло вот в этот день писать эти валентинки, дарить друг другу. Но опять же это легенда. Какое основание спорить или там противоречить этому? Потому что, во-первых, церковь православная знает только два святых Валентина. Это епископ Валентин, который пострадал в Риме, будучи одним из епископов итальянского города.
И второй Валентин, в котором вообще сведений очень мало, который тоже пострадал от меча, ну, все они оба пострадали за Христа, за имя Христа. Здесь, как бы, если сравнивать с тем Валентином, которого вроде как празднуют 14 февраля, их память, этих двух Валентин, совсем не совпадает. У епископа Валентина память 12 августа, а у второго святого память 19 июля. То есть к февралю они никак не относятся. Во-вторых, ну, если священник влюбляется в какую-то девушку, это церковь называет прелюбодеянием. Потому что либо он был монах, либо он был там, мирским человеком, который имел семью. То есть это греховно. И церковь не могла прославить этого человека в лике святых. Даже католическая церковь. Ну, конечно, потому что это канон, это правило, закон. То есть ты не имеешь права там. Поэтому, ну, опять же, это все сводится к тому, что это просто легенда. Легенда, которая кому-то там выгодна. Многомиллионная индустрия, которая там вот каждый год дает какой-то там капитал. Но это все как бы другой вопрос. Смысл как, в чем? Мы должны ориентироваться либо на святую семью, по примеру святого благоверных князей Петра и Февронии, которые прожили свято свою жизнь, которые даже умерли в один день, которые похоронены вместе, и кто был в Муроме, прикладываясь к их мощам, они даже вместе их мощи находятся. Либо это просто, ну, легенда, которая там, может, выдумана, может, там, какая-то доля правды в ней есть, но причина, то есть себе угодить или угодить своей плоти. Как учит мир? Возьми человек из жизни все, будь доволен всем. Церковь говорит по-другому. Нет, надо, должны быть какие-то ограничения, потому что если, что человек может взять из жизни? Ну, удовольствие, радости какие-то земные. Ну, и все, это, на этом все заканчивается. А церковь предлагает вечность. Вот посмотрите, например, этих святых людей. Они прожили всю жизнь вместе, и вместе они и в вечности. Если человек живет верой и надеждой, то, конечно, для него это главный ориентир. Мне нужно ориентироваться на святость. Потому что раньше у людей был идеал – это святость. Подражали святым. Подражали, там, допустим, святым князьям, чтобы быть похожим на ним, на них, мужественным таким, вот, доблестным, всегда сражаться с именем Господа на устах. Либо это человек, который, ну, славный мира, ну, никакого он, никакой радости, никакой надежды он, никакого мужества не несет. Просто он знаменитый, потому что его там все знают, его все любят. Конечно, для людей был ориентир – это святость, святой человек. Так и мы должны стараться уподобляться тем людям, которые были подобны Богу. Апостол Павел говорит, что «будьте мне подобны, как и я был подобен Христу». Вот и разница. Человек, совершая грех, вообще грех – это та болезнь, которая, ну, приносит разрушение. И человек начинает смешивать святое с неправедным. Вот мы видим, допустим, праздник святого Валентина, якобы, или день Ивана Купала, который совершенно, причем здесь праздник памяти Иоанна Крестителя, там, с какими-то там языческими торжествами. Все это причина греха и ориентир людей. Нам так удобно, нам так хорошо. Что нам какие-то ограничения ставить? Какие-то правила, что это противозаконно или это неправильно, это приведет к какому-то там разрушению физическому там, или духовному. Нет, нам там хорошо. Человек ориентируется либо туда, либо туда, и у него есть свободная воля. Поэтому, ну, как бы вот так. То есть, отец Максим, если ориентиры неправильные, и, может быть, даже если они были правильные, потом под каким-то влиянием жизненным они сдвинулись, это грозит тем, что человек может сбиться с пути? Ну, конечно. Опять же, если человек живет верой и надеждой на Господа, то он знает ориентир. Он руководствуется церковью, руководствуется Священным Писанием, которое является истиной.
то тем путем, который ведет к истине. Отец Максим, вот смотрите, человек живет, молодые люди, даже воспитанные в страхе Божьем, но вот они выходят в мир, который манит, который пестрит, который такой разнообразный мир, и так хочется все успеть, пока ты молод, пока есть силы, правда, телезрители? И поэтому, конечно, иногда и забывается все, даже забываются отеческие наставления. А вот, вот день влюбленных, а вот еще что-то, а вот прыгаем сегодня через костер, а завтра целуемся, а послезавтра еще что-то. И все, и знаете, так из головы все выветривается. Вот тут, понимаете, удержать бы все это в голове, главные ориентиры. Ну да, удержать невозможно, потому что человек склонен к греху. По-любому. Даже как бы он ни был воспитан, как вы правильно сказали, все равно человек, идя в мир, он насыщается этим миром. Но самое главное, что если у него было заложено в детстве это зернышко того правильного ориентира или там, примера жизни родителей, которые прожили жизнь свою или проживают жизнь свою свято, в молитве, с благословением церкви, то в дальнейшем это прорастет и даст нужное направление и достойный там, как бы, плод. Если это не было вложено с детства, то, конечно же, это еще сложнее. Все равно человек сбивается. Даже если он с детства в воскресной школе, если он с детства пономарит, приходит такой период. Он не застрахован от оскорбления, от чего. Приходит такой период, вот, как мы знаем, там, переходной возраст или там, такой период, когда человек все равно хочет познать этот греховный мир. Как бы он ни был воспитан. Но если это с детства у него вложено, это зернышко, то оно в свое время даст плод. Человек осознает где-то свою ошибку, принесет покаяние и будет жить уже по-другому. Если этого нету, то тогда он уже может не найти этот ориентир. Он может сбиться и получится, да. Потому что, во-первых, нету основания, родители такие же самые, или могут говорить одно о святом, о чем-то высоком, нравственном, а жить по-другому. Либо настолько я уже погряз в грех, что уже никто мне не поможет, хотя помощь всегда есть, если обратиться к Господу. То есть все зависит от того начального воспитания. Потому что иногда родители могут много говорить, своим языком там, воспитывать человека, но своего ребенка. Но если ребенок не видит пример от родителей, то это тоже не всегда хорошо, потому что все они впитывают как губка от родителей. Ты говоришь одно, а делаешь по-другому, значит, я буду делать по-своему. Это очень важно. Вообще воспитание – это самый трудный путь. Воспитание – самый трудный подвиг. А если это еще где-то упустить, то потом, конечно, будем иметь проблему. Отец Максим, а знаете, есть еще такой небольшой нюанс, вот опять-таки возвращаясь к вопросу о мире, как мы говорили, мир манит, и он говорит, бери это, бери то, бери все, а в православной церкви вот это нельзя, того нельзя, и тут нельзя, понимаете, вот это слово «нельзя», оно как-то утомляет. Знаете, апостол Павел говорит, что все можно, но не все полезно. То есть мы должны просто понимать, что да, ну можно это, будет ли мне это полезно в дальнейшем? Не будет ли это сейчас сделана ошибка та, которая потом не исправится? То есть все можно человеку. Только вот нужно, церковь говорит, что немножко подожди, подумай, успокойся. Сделаешь ли это ты, потом будешь ли жалеть об этом, или это принесет тебе какую-то пользу? Поэтому вот апостол Павел говорит, что все мне можно, но не все полезно. Вот вы сейчас сказали очень правильную и очень, мне кажется, нужную вещь, что действительно людям все, все нам, друзья все мои, можно и доступно, да. Но полезно ли? Отец Максим, у нас остается буквально одна минутка, и я бы хотела, чтобы, резюмируя нашу беседу, вы молвили слово для телезрителей. Ну, хочется, конечно, бы пожелать то, что если мы православные христиане, если мы живем в православной стране, чтобы не смешивались наши праздники с праздниками языческими, чтобы у нас, у нашего народа, у наших людей был ориентир. Ориентир или идеал святость, как это было, как у наших предков, у наших дедов и прадедов. Тогда будет и нравственность, тогда будет и мир, и любовь,
и наших сердцах, и тогда немножко будет легче жить, потому что будет ориентир у человека, ориентир святой, пример святой жизни, или моего святого, которого я люблю, либо самого Господа, который свят всегда. Спасибо, отец Максим, большое. Друзья мои, сегодня мы вместе с иереем Максимом Меркуловым говорили об ориентирах, которые помогают нам жить. И, как видите, я очень надеюсь, что у каждого из вас есть ориентир, на который можно ориентироваться и жить, не тужить. Це була розмова на тему. На все добре.